Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки Ниндзя Легенды. Так, ежедневная награда забирается. Также, ребята, мы с вами быстренько пройдемся по заданиям. Так, открыть колоду, это мы с удовольствием сделаем. Заодно посмотрим, что нам здесь выпадет. Так, мутаген, это все понятно, а ни одной ДНК не дали. Ну что же, фиг с ним. Давайте заберем реворд. Поднять уровень персонажа, сразиться в боях. Пойдемте в боях. Кстати, ребята, сегодня мы с вами открываем нового персонажа. Как вы видите, Донателло Видение. Я все-таки выбил те последние ДНК. Три штуки, которые нам не хватало. И вот он у нас нанимается. Вот так вот. Вау. Ну что же у него тут, ребята, есть? Смотрим. Атака топором. Донни бросается на врага и, нанося удар топором, при критическом ударе скорость цели снижается на 20%. Но это, опять же, при критическом ударе, ребят. Да? Дальше, что это такое у него? Время молота. Донни размахивает молотом, запускает его во врага. Вероятность 25%, ослабит защиту на 50% в течение двух ходов. И отправка сообщения. Донни помещается между... Донни помещает между собой и врагом образ тигриного когтя, отпрыгивает назад и разрубает его пополам топором. Оскорбляет всех врагов на один ход. У 50% союзников появляется критический удар. Короче, ребята, он какой-то баффер-дебаффер, можно так назвать его, да? По большому счету, но фиг с ним. Потом посмотрим, что он из себя может представлять в бою. А, интересно, мне можно теперь... искать на него... А, нет, ребят, конечно же нельзя. Какой ДНК на него искать, если он находится только на заданиях? Ладно, ребят, давайте тогда найдем с вами что-нибудь на морозильную кошку. Одно ДНК уже есть. Второе. Давайте тогда третье. Нифига подобного не дают. Ладно, хорошо. И нам остается... Погоди-ка. У нас, по-моему, Макман, да? Мы не забываем про него. Тоже можно находить. Так... Навыки это потом. Вот здесь нужно искать ДНК. Ну что же, одно нашли. Второе. Слушай, такими темпами мы его очень быстро сможем качнуть. Потому что у нас 6 попыток на поиски. И уже 3 попытки удачные. 4. Хм. Ну все, в принципе, на этом, ребята, поиски ДНК на Макмана заканчиваются. Но задание еще, по-моему, не выполнено, да? Нам нужно... Так, нам нужно еще сразиться в боях. Ладно, хорошо, мы сделаем вот здесь вот по Шурику. Да фиг с ним, пускай даже будет вот так вот. 110 мутагена. Без разницы, главное, чтобы выполнить задание. И поднять уровень персонажа. У нас 12 тысяч. Подожди, это не то. У нас 3 тысячи всего, елки-палки. 3 тысячи мутагена, это значит, что можно прапать, ну, вообще какого-нибудь слабенького. Например, Джастина. Можно? Можно. Ну, в принципе, и все. Сейчас, ребята, мы с вами пойдем на лигу. Я знаю, что меня там очень круто скинули. Очень круто, по-моему. На лигу сёгунов даже 2 звезды. Да, и ранг 37-й. Поэтому как-то нам надо быстренько забираться опять наверх. Что не так уж легко, в принципе, будет. Так, какие тут 57-й уровни, да? Ох, я даже не знаю. Я, конечно, попытаюсь что-то здесь сообразить, но... Чувствую, нифига у нас не получится. Так, Змейка Вьюна здесь нет смысла брать. Возьмем Бакстера Стокмана. И вот этой командой попробуем пройти. Я, естественно, думаю, без потерь. Ну, во-первых, Леонардо сейчас сделает вертушку. Но, наверное, никто не упадет. Скорее всего, выживут. Нет, я ошибся. Довольно неплохо. Так, а вот это вот уже худенько. Да что ты... Твою же маковку. Ребята, вы поняли, да? Они подбили усаги мне. И, соответственно, у нас получается бонус неполный. И попадаем мы, наверное, где-то на 32-ю, а может быть 30-ю позицию. Ну-ка, покажите мне. 25-я. Ну что же, это лучше, чем я ожидал. Это намного лучше, и мы продолжаем с вами. Так, Армин. Давай, наверное, возьмем его. Нам придется опять брать Леонардо. Да, Бакстер Сток, он, конечно же, в прогаре. Причем так нелепо все это выглядело, если честно. Вот, ребята, вот чё не ожидал, что вот так вот будет у них с инициативой. С офигенной причем. И, ну, что вот здесь вот брать? Ну, давайте возьмем Рокзара, предположим, и Змейка Вьюна, может быть, вот так вот сделать. Потому что нам нужны здесь массовые, ребята, дамагеры, которые бьют массовой атакой. Но не забываем, что здесь есть морозильная кошка, которая любительница подхилить. Давай вертушку сделаем, попробуем. Может быть, кто-то от них упадет. Да, ребята, упала. Причем довольно не кисло.
Три персонажа, еще двое. И последний, ребята, у нас добивочный, надеюсь, удар. Какой там этот пульверизатор, елки-палки. Хроморукий. Но в любом случае, вот сейчас прошло у нас замечательно. Ну, это что получается? Я перейду сейчас на Лигу Сёгунов 3 звезды, да? А потом нам еще, елки-палки, сколько подбираться до мастера. А сегодня день недели у нас что? Пятница. И, по-моему, у нас, ребята, еще не откатилось задание, да, на поиски ДНК по поводу саги, которую я жду. Тоже обидно насчет этого дела. Ладно, фиг с ним, потерпим, потерпим маленечко. Так, может быть, здесь все-таки взять. Давай, наверное, возьмем Микеланджело. Будем ставить на уворот и надеяться на то, что нашего крысиного короля не так быстро здесь забомбят. Хотя по нему, наверное, плюнь, он рассыпется, бедняжка. Ладно, посмотрим. Так, в начале вертушка. Опять же здесь морозильная кошка. Почему-то я смотрю, ребята, вот многие любят в команду брать именно морозильную кошку. Либо Кирби, либо морозильная кошка. Почему? Пока не знаю. Неужели вот морозильная кошка всем нравится? Мне она почему-то не нравится. Ну, если выбирать между Кирби и морозилкой, конечно, лучше морозилку взять. Потому что Кирби это вообще, по-моему, ни о чем. Так, массовая атака крысиного короля. Как всегда, мимо. А таким образом... Ну ладно тебе, елки-палки, добивочный. Сейчас я просто боюсь, звезданут мне этого крысиного короля. А нет, никто не ударит его. Хорошо, здесь под инициативой, ребят, мы выиграли, потому что ему даже не дали возможности походить. Так, ну что, теперь переходим мы, да? Да, мы перешли с вами на Сёгун 3 звезды. У нас с вами не так много, ребята, откатов, не так много персонажей, которыми мы можем с вами сегодня сыграть. Но будем стараться. Так, ладно, забираем опять Леонардо сюда в команду, да? Возьмем, пожалуй-ка мы Зека. И вот надо уже, наверное, вот этими ребятулями отыгрывать нашу роль. То есть еще примерно где-то два боя у нас будет впереди. Слушайте, по-моему, я вчера точно-точно на этом же месте и остановился, да? На той же самой позиции, там где-то 80-я будет. Это максимально, что мы можем себе позволить. Ну, упадут? Да, ребята, упали, кроме Слэша. Слэша сейчас добьем. Ну что, вот здесь вот хорошо все сработано было, мне вполне нравится. Единственное, что я не знаю, что мы будем с вами делать после лиги. Я вроде бы все нашел, все отыскал. Так, 80-ю позицию дайте мне, пожалуйста. Нет, дают 84-ю. Ладушки, 84-я, так 84-я. Давайте, наверное, возьмем мы с вами Серегу. Или же... Ну да, Серегу, я думаю, что это будет... Или же все-таки, блин... Ладно, фиг с ним, я возьму Серегу. Будем с Сережкой. Думал, может, кого-то другого. Но нифига что-то там, ребята, не выходит. Так, кого нам здесь взять? Давай, наверное, Железную Голову возьмем. Опять же, ребята, рискованно очень сильно. Железная Голова по инициативе, по-моему, отстает. Ну и, естественно, вот эту статистику нам портят вот эти слабые персонажи, которые у меня в команде в данный момент. Так, смотрим. Слушай, ну, в принципе, если посмотреть, это даже не очень плохо, как вот у нас сейчас получилось. Ну-ка, Бакстер. Отлично. И добивочный от Железной Головы. Слушай, немножко другого я результата ожидал. Но, видите, мои ожидания не оправдались, и это хорошо. Я думал, у нас кто-нибудь упадет. Фух. Так, давай. Какая, 70-я будет позиция или... Ровно 70-я, отлично. Меня это устраивает. Так, и мы с вами, ребята, продвигаемся дальше потихоньку, потихоньку. И вот кто здесь? Аксель, я не знаю. Будем брать, ребята, у них одинаковые у всех бонусы, поэтому я буду брать того, кто слабее всех. А слабее всех я вижу... Ну, по-моему, мне кажется, вот эта вот команда будет слабее. Судя по всему. Да? Хотя нет, вот это слабее будет, потому что, ребята, здесь есть 59 уровень, 62. Да, я буду драться с Дэрлом. Ну что же, делаем откат на Леонардо. У нас сколько здесь с вами героев? Так. И, слушай, а что, у меня Рафаэль будет потом один вот с этими? Ну, я не знаю, если честно. У меня один откат, я могу потом взять Рафаэля, да, предположим, и Леонардо. Интересно, они вдвоем вместе с тремя малышами справятся? Вот как вы думаете? Мне почему-то кажется, что нет. Нифига у них не получится. Так, ну что, Кунай от Карайки. Естественно, Вертухан. Главное, чтобы Кирби сдох. Ага, Кирби не сдох. Ладно, мы его... А мы ему поможем. Смотрите, мы ему помогаем. Опа! Отлично. И Паукус, наверное, вот такой атакой будем делать. Все. Изи.
Так, и 70-я была позиция. Дайте мне тогда 62-ю или 63-ю даже. Какую дадите? Ну? 55-ю? Даже так. Ага. Ладно, тогда мы с вами продолжаем нашу эпопею и будем брать Хелен. Раз, два, три, четыре. Так. Мне надо посмотреть тех героев, у которых меньше всего массовой атаки. И я вот так понимаю, ребята, что лучше взять все-таки Даниэла. 66-й, 65-й уровень. Господи, смогу ли я тут сразиться, справиться? Или же мне лучше взять... Или же мне лучше взять Зека. Бомбочка в провокацию и малыши. 65-й уровень. Малыши 40 какого? 45-го. Ну, обалдеть, ребята. Это риск просто офигеть. Мне, конечно, нужен массовый дамагер. Блин, и это хорошо бы подошел у нас Леонардо, ребят. Очень хорошо бы. Тут хил, да, тут хил Эйприл. Эй, черт, я не знаю, ребят, я пробую так. Я не знаю, что я сейчас творю, но, по-моему, еле сделаю. Так, бомбочка пошла. Замедление, если не сработает на всех. А оно не сработало, ребята. Все, на разбор полетов пошел. Он снимает замедление с Эйприл. Бедный Майки сейчас, наверное, хотя... Нет, ребята, понимаете, будет сейчас массовая атака от вот этого Микела. Еще и вот эта атака. Ёпарасоте. Они, кстати, знаете что, ребята, это все специально делается. Это все делается специально, чтобы, естественно, тебя наказать как можно быстрее, чтобы ты как меньше получил бонусов и тому подобное. Ладно, Эйприл надо убирать отсюда. Так, что следующий? Давай вон того, наверное, шваркнем, да? Так, ну этот-то получится у это однозначно. Теперь надо вот этого Микеланджело нам, ребята, убрать. И, в принципе, все, по дамагу здесь закончится. Так, ну-ка. Макмен. Ну, Макмену конец. И остается у нас, ребята, Микеланджело. В принципе, ребята, если бы у меня не упал бы этот персонаж, все было бы изи. Но, видите, не судьба, как говорится. Продинамили мы вспышку. И опять же из-за того, что черепашонок сделал массовую атаку. А так бы у меня бы все стояли. Обидно, конечно, немножко. Ну ладно, какая позиция? Я думаю, где-то 48-я, да? 46-я. Ну, ребят, приблизительно вчера мы также и остались с вами, да? Но, как видите, за день буквально меня сбросили. Но все равно сегодня у нас нормально все получилось. Мы с вами получили нового черепашонка, да? Который у нас... Донателло видение. Остается только его подкачать. У него сейчас в данный момент 3 золотые звезды. Прокачка нужна, но и по скиллам нужно. Ну, в общем, все нужно делать. Вот он у нас, первого уровня. Соответственно, его качать, качать и качать до посинения, грубо говоря. Новый уровень. Вот, ребята, видите, у него дополнительные скиллы, ну, на прокачку. Размахивает, запускает во врагов. Ну давай выучим этот. И выучим вот этот вот. Время молота. Зато есть другая хорошая новость. Теперь у нас, когда будет новая неделя, да, у нас будет новая черепашка, которая будет участвовать в боях. 30 уровень. Слушай, а максимально мы можем, наверное, прокачать его до 45-го. По-моему, так. Давайте-ка мы здесь обменяем с вами сюрикены. Больше, по-моему, ни на кого нету, да, у нас дубликатов. А нет, вот смотрите, кирби-мышь. Давайте тоже обменяем быстренько. И все, по-моему. Да, ребят, тут все. Единственное, что хотелось бы, конечно, чтобы у нас на испытаниях через 58 минут, ребята, откроется испытание Усаги против техники. Но я уже, наверное, буду на работе в этот момент. По приключениям пока нам ничего не надо. Так, в испытаниях мы здесь все с вами, да, сделали? Кстати, вот здесь вот, ребята, я и нашел того самого Донателло, вот. Пришлось потратиться, на самом деле, по телепортам. Где-то, наверное, штучек там 8-12. Ну да, где-то 4 раза я и запуливал. Как всегда, выпадали всякие деньги, калики, талики. В общем, и потом все-таки я вытянул. А вчера, ребята, я вытянул на Шреддера. Как раз после записи, когда накопился сыр, у меня там, по-моему, немножко его было. И вот я еще 2 ДНК на Шреддер. Кстати, можно посмотреть, сколько нам не хватает. Так, это не этот, по-моему, классика, да?
Классика. Так, вот это... Ой, елки-палки, тут еще, ребята, качать и качать. Он... Нужно 18 ДНК... Ой, 80 ДНК, у нас всего 2. Это еще 78 ДНК. Очень долго придется копить. Но, тем не менее, Макман у нас тоже скоро получит 5-ю звезду. Будет претендентом, наверное, ребята, на платину. Но как-то не особо я стремлюсь и к этому. И вот здесь вот надо, ребята, что-то делать. Потому что они уже здесь засиделись в этом серебре. Я не знаю, как нам их пропать. Эти вообще у меня в бронзе. Смотри, Леонардо Классика и Голу Пит. Микеланджело оригинальный. Все вот эти вот ребята у меня сидят в бронзе. И я не могу никак их прокачать. Ну и, конечно же, вот кто у меня, ребята, фаворит сейчас. Я хочу найти ДНК на Супер Шреддера. Ну, естественно, как будут такие возможности, мы сразу будем с вами эти уровни и фармить. Ну, в принципе, на сегодня, наверное, и все, да. Коротко получилось, я ничего не говорю, ребята. Так что увидимся в новых свежих видосиках, ребята. Удачи и до скорого.